Приветствую всех подписчиков, зрителей канала Уральская усадьба. Сегодня будем демонтировать две легенды. 3М, 3х3 и 3х4. Каркасы собраны, на бетоне прикручены. Будем перекрывать. Производится монтаж двух легенд. Одна легенда 3х4 и вторая легенда 3х3. Каркас поставили, стены обшили, торцы также обшиваются. На одной обшили торцы, на второй. В данный момент идет монтаж двери. Дальше будут ставиться переливы сюда, с крыши на стену, и дальше будет монтироваться уже крыша, ложится поликарбонат. Также на теплице присутствуют поточные блоки с автоматами, будут вставляться. И система подвязки также на бетон теплица устанавливается. Ставятся отливы, уголок 50 на 50. И перфо лента клеится с профилем. Установили переливы с крыши на стены, какой-то уголок 50 на 50. Прикручивается сверху. И дальше уже поликарбонат накрывается. Сейчас будем устанавливать на второй теплице переливы. Закончили монтаж переливов на двух теплицах. Монтируются они таким образом. Поверх поликарбоната крыша будет поверх уголка ложиться. В дальнейшем будет обшиваться четвертый торец. Он будет глухой, полностью обшиваться. С той стороны дверь с форточкой. Покрыли крышу. Также поставили торцевые уголки. Следом уголки ставятся сюда, на крышу. Следом крутится уже конек поверху. Крышу также уже прокрутили. После крыши уже будет ставиться форточный блок. Представляем вам теплицу легенда 3М. Также здесь 3х4 и 3х3. Процесс сборки начинается с торцов. Торцы скручиваются между собой, так как они разборные на земле. Прикручивается к ним поликарбонат. Вот этот торец. Второй монтажник начинает скручивать арки. Арки идут от середины. Сюда и в бок. Два торца ставятся, арки между собой скрепляются. В дальнейшем ставятся, если на бетоне, отливы по низу. Прикручиваются по кругу. Если на брусе, то их не надо. В дальнейшем ставится поликарбонат на крышу. В дальнейшем ставится обрамление на торец. И переливы с крыши на стену. В дальнейшем кладется поликарбонат уже на крышу. Перекручивается весь. Дальше ставится уголок на крышу торцевой. И делается конек. Уже сверху прикручивается. Сейчас у нас на данный момент стены готовы, переливы также готовы. Осталось прикрутить торцевые уголки. То есть здесь нам прикрутить уголок и конек прокрутить. В дальнейшем, когда это все сделается, один человек прокручивает весь поликарбонат на стенах и на крышах, второй человек крутит двери. Когда торец уже собранный, теплица, делаются двери. То есть двери без поликарбоната на данный момент. Сейчас они будут обшиваться поликарбонатом. Если торец глухой, он сразу же прикручивается на земле весь поликарбонат. Здесь у нас глухой торец. Здесь также. Если присутствует форточка, либо дверь, все точно так же. Все на земле делается, потом только дверь прикручивается. Или форточка. И крыша на первой теплице. Сейчас будем на второй перекрывать. Также поставили уголки торцевые и прошли конек. Дальше будет устанавливаться форточный блок.
обшили крышу с уголком. Также начали делать форточный блок. Обрамили его уголками 30 на 30. Сейчас будем там делать. Также обшивается сам форточный блок треугольниками, которые были вырезаны. И в дальнейшем он будет ставиться вон туда, также на автоматы. Также здесь уже готовая хлебница стоит. Скоро сажать будут. Закончили монтаж теплицы «Легенда», «3М», две теплицы, одна 3 на 4, вторая 3 на 3. Сваренная конструкция с профильно-оцинкованной трубы 40 на 40, арки 40 на 20, прогоны 20 на 20, в дверях 20 на 20 и 20 на 40 тоже. Поликарбонат 4 мм на ватра 0,75 плотности. Фундамент бетон. Обшитый плоским шифером. Отливы. Все соты защищены торцевым профилем перфолентой. На обоих теплицах стоят форточные блоки по одной паре. Уголочки, обрамление по крыше, по бокам, по углам. На обоих теплицах дверь с форточкой, с крючочками. В теплицах укосины для большей жесткости и система подвязки по две нитки. Теплица стоит на фундаменте, на анкерах. Укосины. Дверь маленько опущена. Стоит козыречек. Здесь тоже форточный блок на термоприводах, автоматическое проветривание. Дальние торцы глухие везде. Также нитки. Все, мощная теплица. Высота 3 метра, плюс фундамент еще. Тут вообще высоченная получилась. Такие красавицы. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!